девочка, еще не пора вылезать. Если тебя увидит Крабс, я потеряю работу. Потерпи немного. Ты наверняка голодная. Пообедай. Тебе надо сидеть очень тихо. Пошло, в чем дело? Эта лошадь здесь? Что вы, мистер Крабс? Я просто пытался передразнивать загадку. Иго-го! Тренируйся получше. Это было ужасно. Чуть не влипли. Все, больше никаких вольностей. Заказ готов. А? Спанч Боб, где мой заказ? Ты хорошо посмотрел? Не очень вообще-то. Спанч Боб, может, дашь мой заказ? Он что, исчез? Сквидвард, ты не думаешь, что на ресторан напали? Вдруг придут и за мной? Спасайся, кто может! Спанч Боб, привидений не бывает. О. Хочу напомнить, в чем заключается твоя работа. Я заказываю еду. Ты ее готовишь. И посетители получают свой заказ. Мы делаем это 40 лет. И потом умираем. Звучит вполне жизнеутверждающе, как считаешь? Да, я понял, Сквидвард. Мигом вернусь. Что это? Не рассказывай мистеру Крабсу. У меня все под контролем. Что ты там говорил? О, вот и вы. А я просто сидел и рвал бумагу. Это звучало как намек? А теперь покажи устройство. Не бойся, мы справимся. Ну, почти. Да, почти. Вы что, пришли напасть на нас? Что ж, если хотите насилие, то вы его получите. Гипоноиды, приготовьтесь атаковать! Стойте! Это все была ложь, и она вышла из-под контроля. Я совсем не умный. Я не умею изобретать. И я сломал машину еды. Простите, я просто хотел поразить то, что мне нравится. А теперь слушай меня и слушай хорошенько. Я понимаю тебя. Что? Я в том же положении. На своей планете я просто офисный планктон. Я соврал, что я воин, чтобы впечатлить мою любовь. Он очень милый, да? Он самый красивый гипоноид. Не успел я оглянуться, как стал лидером гипоноидов. Пришлось поддерживать эту ложь 50 лет, и стресс ест меня заживо. Ты посмотри на меня, мне 371, а я выгляжу на 542. Если честно, я совсем не хотел нападать на вас, ведь тогда мой милый узнает, что я не могучий воин и перестанет со мной общаться. Что мне делать, не знаю! Ты погляди, мы врем и врем, и только глубже себя закапываем. Но, если долго копать, вылезешь с другой стороны. О, ну дела. Как долго я спал? О, долго, раз весь мой панцирь оброс этим мусором. Фу, гадость. Пора в путь-дорожку. Да, район меняется на глазах. К лучшему! С катертью дорожка, розовый неудачник! Ну что ж, предзавтрачный перекус. Вырезай-ка, вкусняшка. Бабах, 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 бабах. Эй, ты куда? Это камень. Я не хочу переезжать. Я живу рядом со своим лучшим другом Сквидвардом и тем маленьким желтеньким. Эй, ты, пижон. Меня зовут Молот. Не пугайся этих острых зубок. Молот, я Губка Боб, квадратные штаны. Ну, привет, бобовые штаны. Вижу, ты крутой в квадрате. Энергия так и прет из твоих многопор. Словарь. Правда? О,
спасибо, мистер Молот-Молот. Кто ваши друзья? Позволь представить тебе мою банду. Моя правая рука Лони. Эй, йоу! Круче крутейшего морского огурца Рони. Эй, эй, йоу! И наш красавчик и верный братишка, единственный и неповторимый Донни. Эй, 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 йоу! Ого! А вместе мы... Акулы! У-у-у, классные нашивки! Мы видели, что ты только что откаблучивал, и скажу без обмана. У тебя талант губчатый. Да, талант. Нашей банде нужен такой паренек. С тех пор, как мы лишились Джонни. Джонни, нет! Джонни, нет! Джонни, нет! Джонни, нет! Джонни, нет! Молчать! Что? Ни звука. Камень — это много звуков. Я ничего не вижу. Мои глаза по разным сторонам от головы. Вы ничего не слышали? Умная штука. Включи плавный джаз. Я телевизор. Минуточку. Это же афрокубинский джаз! Хватайте лазер! Бумага, беги! Я пытаюсь, но не достаю до пола. Ножницы лови! Ай, не в лицо! А теперь держите мое ухо! Ну, спасибо, камень. Эй, дамочка. Губка Боб, это ты? Я не знаю. Эй, что с тобой случилось? И откуда взялись все эти улитки? Не волнуйся, я очень хорошо ухаживаю за всеми улитками. Я не волнуюсь за них, я волнуюсь за себя. У меня аллергия на улиток. Даже на Гэри? Одну я могу выдержать, может, двух или трех, но это... Нет, это слишком. Скажи, сколько их у тебя всего? Я не знаю. Хочешь, давай посчитаем. 1, 2, 3, Мэри, Донни, Кармела, Сеньор Пупс, Джек, 24, Пол, Бренда, Шарел, Стив, та, который рвет на пол, 48, Арбулякс, Винс, Мэвис, Мэвис-младший, Электро-Ронни, Диана, Пэм, 97, Уолтер, Сара, Бугалу, Креветка, 141, Вива, Том, Тед, Тед, Ава, 164, Старик, Утюжок, Ронда, Папаша, 233, Даб, тут чье имя называют, миссис Бастер, 258. Хватит, хватит, хватит! Ты должен избавиться от улиток и заняться делом! Делом? Но я нашел дело своей жизни – заботиться обо всех улитках. Ну все! Я вызываю официальных лиц, пусть они с этим разбираются. Четко! Бро! Четко! Бро! Отлично. Какой план, новичок? Давайте расстреляем их из моего метателя шариков с водой. Ну, камень, жми на кнопку пуска. Ой, я не могу перестать танцевать. Давай я. Вот ведь камень, лови меня, лови меня. Что такое здесь происходит? О, нет! Нет, я не могу остановиться! Держусь! Чё как, парни? Хотели расстрелять нас из секретного оружия? Что ж, у нас тоже есть секретное оружие. Я создала атомный лазер для трансмагрификации. Он изменяет молекулярную структуру безумным образом. Смотрите. Голова, голова как воздушный шар. Ладно, это будет сложнее, чем я думал.
Смотрите, ребята, я собрал дрон. Довольно умно, да? Что? Я не слышу тебя через этот раритетный шар. Я привел нам носорога! Это супер весело! Глядите, я совершенно уникальный! На твоем носороге! У него даже есть лазеры! Смотрите, какой я веселый! Носорог! Это было ужасно. Я сейчас ничего не доказал. Замазка все равно меня затмевает. А еще... Зачем нам носорог? Этот носорог хочет вступить в трио. Вообще-то я тут самый стильный. Синди, по-моему, ерунда. Я войду туда и не выйду до тех пор, пока не сделаю из него огромный розовый бифштекс. Ага! Вот ты где, похититель хвостов! Я побеждаю, Спанч Боб! Синди, это не... Синди, это не... Это не... Он почти готов! Я его сделала! Спанч-Боб! Но доложу тебе, этот парень понимает толк в драках. Но я из Техаса, и как ты видишь, никакой червяк меня не победит. Я даже нашла свой хвост. Это не он. То есть? Это не червяк, это его язык. Это язык? А это не пещера, а его рот? Спасайся, кто может! Что предлагаешь, Сэнди? Бежать! Быстрее! Что ж, пожалуй. Эй, минутку, я был прав, верно? Он оказался тебе не по зубам, нет, так? Не сейчас, Спанч-Боб! Я хочу, чтобы ты это сказала! Обсудим это позже! Теперь! Нет, Спанч-Боб! Я ставлю тебя под ножку! Не вздумай! Говори! Говори! Не сейчас! Нет! Ладно, ты был прав! Спанч-Боб, признаю! Признаю! Я же говорил! Ну все, хватит! Захлопните свои ракушки! Что эти моллюски сделали с моим прекрасным домом? Губка Боб, перестань прикармливать устриц! Почему, Сквидвард? Потому что они устроили здесь... Может, я и правда улегся? Ух ты, это было увлекательное приключение. Радиоактивная слизь заставила этих черепах моментально вырасти. Я стал их учителем боевых искусств, а затем мы победили того странного типа Шрёдера и спасли город. Я уверен, Карандаш никогда ничего подобного не слышала. Что? Бумага, мне очень жаль. Что? Такая история уже была. Что? Ну, это... То есть, это, ну... Ну, она похожа... Но они же зовутся измененные кунг-фу-черепахи. И их боевой клич совсем другой. Кавабинго! Ну, очень похоже. Но я назвал их именами других художников Ренессанса. Боттичелли крутой, но резкий, а Иероним Босх — душа компании. Ну, не знаю, чел. Я думаю, что Карандаш догадается. Но они едят кальцоне! Я требую освободить это несчастное дитя природы. У него тоже есть права. Это не твое дело, Губка Боб. Уходи. Нравится? Забирай. Не придется тащиться в зоопарк. Ура! Счастье. Предупреждаю тебя, Губка Боб. Держи это грязное животное подальше. Овощи! Кролики любят овощи. Посмотрим, что у нас тут. Ой, овощей-то нет, но есть кое-что получше. Корм Гэри! Ура!
Ушастику нравится вкусняшка. Еда Гэри не годится, понял? Будут тебе овощи, я мигом. Ушастик, у меня для тебя сюрприз. Нужно антисгрызательное средство. Срочно! Острый соус подойдет. Варежка, ты остаешься тут за главную. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Варежка! Да ладно. Это же нечестно. Ничего страшного, мы сможем прожить 3 дня без обогревателя. Или можем переехать к маме. Приключения! Поживем в доме мамы бумаги, пока здесь нельзя. Она примерзла. Мы заперты. Кстати, забавный факт про пикапы. Обычно у них нет бицепсов. Итак, начало потрясающее. Помощь не вызвать, телефоны замерзли. Ты не хочешь одеваться, потому что считаешь, что ты горяч. Крутые парни вроде меня никогда не мерзнут. А камень... не принимает все всерьез, да? Снежный день! Что ж, Лу вернется через 3 дня. Просто надо не делать глупости и экономить еду. Это наша единственная забота. Нам надо скрыться от этих животных. Стоп, где камень? Хочу попросить зверей о помощи. Оп! Оп, 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 оп! Я грязный день! Что остаешься, то-то же! Ну и кто из вас двоих настоящий грязный Дэн? Это я! Патрик! Дороги! Ну, безмозглый Ларри, теперь твоя очередь. Держись! Ну, теперь ты мне за все ответишь, грязный Ларри. Синди! Не подходи! Предупреждаю! Ладно, я тебя предупредил! Ты победил! Привет, Спанч Боб! Соль, перец! Алло, ваш холодильник работает? Что значит «да», и он бежит к вам. Эй, не хочешь вот эту обычную пластинку жвачки? Как
Кажется, мы не побеждаем. Конечно, не побеждаем. Я выгляжу как картина. Ты наполовину бизон, наполовину ящерица с крылышками колибри, а камень может говорить только ударными соло. Я не готов проигрывать 11 лет подряд. 10 еще простительно, но 11 уже становится грустно. И камень хочет ту корону. Бумага предполагалась, что ты поможешь. Нас поездом переехало, а твоей лучшей идеей было заменить их шампунь на шампунь с менее объемным эффектом. Простите, это сложно для меня, ведь я не хочу делать зла. Камень прав. Это просто добрые шутки. И будь уверен, что карандаш ты не впечатлил. Так что старайся лучше, иначе никто не обнимет тебя и не скажет: «Ты молодчина, сынок». Да что со мной такое? Ладно. У меня есть один план. Все, Гэри, хватит валять дурака. Будь посерьезнее. Давай, Гэри, вперед! Вверх, вверх! Вниз, вниз! Удар, удар! Хорошо? Тяни, Гэри, тяни! Шевелись, не спи! Вперед, вперед, вперед! Скорость, главное, скорость! Быстрей, быстрей! Шевелись, Гэри, еще, еще! Жми! Ну, быстрей, Гэри! Мы опоздаем на гонки! Доброе утро, леди и джентльмены! Добро пожаловать на наши ежегодные большие улиточные гонки! Денек нынче как на заказ для гонок, фанатом которых я являюсь. Да я просто болельщик, шел мимо, дверь была открыта, вот я и... Эй, ты что здесь делаешь? Маленькое недоразумение. А теперь просим мэра объявить начало предварительной церемонии. Сейчас будет торжественно зажжен огонь спортивной дружбы. И зажжет его чемпион первых улиточных гонок, великолепный Ларри Лучано. Посмотрите на этого парня. Ларри Лучано, живая легенда, медленно и торжественно продвигается с факелом в центр стадиона. Какой волнующий момент! Болельщики просто сходят с ума! О, Ларри! Он уже почти у цели! Ха-ха! Да, почти у цели! Осталось совсем чуть-чуть. Спустя 2 часа. Он прошел уже около четверти пути. Огонь зажжен, начинается. А теперь встречайте ведущего существо. Он посмотрел на меня. О, быстро он вырос. Добрый вечер. И добро пожаловать на единственную премию, которая длится 2 минуты. А теперь победители этого года. Поприветствуем, братья! Остановите коронацию! Что? Остановить коронацию? О, вы думали, все кончено? Попались! Дамы и господа, ответьте на вопрос, как братья-крысы заберут корону, если их вообще не станет на этой планете? Да! Ну же, ножницы, запусти этого крыса в космос! Смотри на меня, карандаш! Я Исаак Ньютон! Я Исаак Ньютон! Что? Хватит битвы пранков! Я только что осознал, что розыгрыш — это зло, и они разрушают наше общество. Стоп, это мои слова? Только представьте, чего бы мы могли достичь, если бы перестали подшучивать над другими и стали бы им помогать. Он повторяет мою речь. И как ученый, я лучше потрачу свое время на изменение мира, излечивание болезней и возрождение тропических лесов. Буквально повторил то, что я сказал вначале. Какая неудачная штука. Надоело. Прошу прощения, мистер Кенни. Я решил угостить вас. Крабовый
Хорошо, что я захватил кислород и маску. Без маски я бы не смог сдерживать дыхание так долго. Как вы могли, Кенни? Вы разбили мне сердце, а я-то глупо и вам наивно верил. А вы, оказывается, показывали фокус. Вы меня неправильно поняли. Нечего тут понимать. Я плачу. Губка Боб, стой! Как же я мог поддаться на такой обман? Ладно, жизнь продолжается. А карточка клуба котенка Кенни мне больше не нужна. И плакаты Кенни тоже. О, Кенни, как ты мог? Ты был моим идолом. Придется об этом с кем-нибудь поговорить, иначе депрессия. Губка Боб, прошу, дай мне объяснить. У котов тоже бывают мечты. Я мечтаю подарить всем надежду. Понимаешь, там над водой я пустое место. Обыкновенный надоедливый кот. Зато под водой я кот особенный. Кот, который может дарить счастье другим. А если желание сделать мир радостнее, преступление... Тогда заприте меня навсегда, ключ выбросьте. Пощади меня, Губка. Хорошо, Кенни, хорошо. Я никому не скажу. Правда? Да, правда. Ура! Спасибо, Боб! Ты мой самый-самый лучший друг. А теперь извините, и я иду раздавать свои автографы. Бумага, ты обожаешь быть спасителем, потому что это питает твое эго. А нас с камнем ты считаешь бестолковыми только потому, что ты не позволяешь нам ничего делать. Признай, за все время ты не позволил нам принять ни одного решения. И посмотри, к чему это нас привело. Отлично. Хочешь спасти нас? Ха! Пожалуйста. И что ты хочешь сделать? Я хочу, чтобы камень телепатически пообщался с животными. Ладно. Я пока пойду, выкопаю себе яму. Оп! 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 Белый медведь, это я, камень. Привет, камень, я слышу тебя. Мне нужна помощь, можешь собрать животных. Да, могу. Сегодня мы скачем как демоны, завтра мы живем как короли. Жулики всегда побеждают! О, бонусный кристалл! Давай, 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 давай! Да! Нет, 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 нет! Эй, мое авто! Вперед, вперед, вперед! Брось дороги! Нам пробежать! Без дороги! Быстро! Но я первый, первый! Они успокоились? Гэри, не останавливайся! Стучи!
этот день Спанч Боб получил один из самых суровых уроков. Он узнал, что от диких животных можно ждать любой дикости.